друзья! Друзья, всем добрый день! Коротко о важном. Вот я сейчас нахожусь на месте, где мы будем завтра встречаться во время акции «Бессмертный полк». Я сейчас поверну камеру, и вы увидите это место. Вот, там у нас Ранти Дамбис, Грина Булварис, вон отель «Маритим», который сейчас называется по-другому, и трамвайные пути. Завтра на этом месте в 15:00 мы собираемся и ждем всех на праздничное мероприятие. В 16 часов колонна полка стартанет по этой дороге, на которой я сейчас стою, и двинется в сторону памятника освободителям по заявленному маршруту. Еще раз, пользуясь случаем, хочу всех попросить избежать провокаций, еще раз перечитать правила акции, принципы акции. Это акция семейной памяти тех, чьи предки воевали на стороне стран антигитлеровской коалиции. Поэтому, будучи абсолютно русским человеком по культуре, духу, паспорту и всем остальным, как говорится, критериям, давайте разрешим в нашем полке принимать участие всем, даже тем, у кого русский язык не родной. Поэтому до встречи завтра с портретами героев. Героев тех, кто разгромил гитлеровскую Германию и воевал на стороне стран антигитлеровской коалиции. Спасибо вам за понимание и до завтра.